Берат, как Давай, дела, следующий. брат? Все нормально. Ох, Ну, а у тебя нормально. как все? Тоже Нормально. хорошо? Что А есть такое? Нет какие-то новости? настроения? Да нет. Все Эй, нормально. человек, Я я пришел, наверное, думал, тебя спрашиваю поговорим, словом но... яма. Но у тебя, я так Серьезно, вижу, нет нет, настроения. Ладно, я нет, не пойду словом позже яма. зайду. Чё, Нет, стой, какой? брат. Я Ладно, устал дома ладно, ладно. сидеть. Скажи, Выйдем что ты куда-нибудь, делаешь? посидим. Хочу Подожди, я пить. оденусь. Хорошо. Почему вы сюда Привет. пришли? Мне кажется, вы прекрасно знаете, зачем я здесь. Послушайте, я не хочу никого расстраивать. Ну и сама расстраиваться я тоже не хочу. Все знают, в каких я отношениях с Кемалем. Я вам в тот день все рассказала. Да, в тот день, когда вы позвали меня на уборку. Вы ведь знали, кто я, да? Нет. Да ладно вам. Вы специально меня позвали, чтобы я увидела фотку с Кемалем. Это было совпадение, я честно говорю. Я тоже вчера узнала, что у Кемаля появилось очередное развлечение. Прошу вас, следите за словами. Как я по-другому это могу назвать? Мой будущий муж изменяет мне с вашей дочерью. Что есть, то есть. Но моей дочь тоже обманули. Она сильно расстроилась, ей было больно. Никому не было так сильно больно, как мне. Хорошо. Такие прецеденты у Кемаля до этого тоже были, я вам рассказывала. Но то, что это случилось в преддверии свадьбы, меня это очень ранило. Так еще и вчерашнее поведение ваших дочерей. Вы тоже очень грубы были в высказываниях. Вы, не узнав правды, очень грубые вещи говорили. Я имел на это право. Потому что тут кое-кого предали. Меня. Теперь прошу вас, скажите своим дочерям, чтобы оставили нас в покое. Зря вы пришли сюда. Мои дочери не связываются с такими, как вы. Поэтому ваша дочь прилипла к моему Кемалю. О чем она мечтала? Следите за словами, иначе... Иначе что? Вы еще не знаете, кто я такая? Я дочь из очень сильной и влиятельной семьи. Как сильно вы бережете своих дочерей? Моя семья бережет меня раз в 10 сильнее. Поэтому оглядывайтесь по сторонам, когда идете по улице. Выйдите из моего дома. Больше всего это касается вашей младшей дочери. Если она попытается что-то сказать Кемалю, опять будет лезть в наши отношения, я такое с ней сделаю. Пожалуйста, выйдите из дома. Не думайте, что я шучу. Я могу уничтожить всю вашу жизнь. Конечно, если это можно жизнью назвать еще. Да, я тоже совсем не поняла всего этого. Завтра свадьба, столько дел, сегодня сказали не приходить. Хорошо, я вечером заскочу к тебе. Хорошо. Боже мой. Она-то что здесь забыла?